И всем привет, с вами Ростиксон. В сегодняшнем видео я расскажу, как создать NFT на бирже Gate.io. Для начала пробежимся по теории, но напомню, что я уже рассказывал про NFT-боксы на бирже Gate.io. Так, что же такое NFT? NFT это Non-Fungible Token, переводится как невзаменяемый токен. То есть если один биткоин можно поменять на другой биткоин, то есть один биткоин на одном кошельке всегда будет равен одному биткоину на другом кошельке. С NFT этот термин означает, что каждый цифровой токен в сети уникален. Разберем понятие невзаменяемые. Вот картина и искусство вообще отличный пример невзаменяемых активов. То есть Сальвадор Дали написал картину, и она уникальна. Больше такой нет нигде. Есть копии, подделки, но и есть эксперты, которые могут определить подлинность картины. Так вот, в блокчейне не нужны эксперты для того, чтобы подтвердить подлинность и право владения. И мы переходим к понятию токен. NFT – это уникальный токен подлинности права владения, которого подтверждается и проверяется блокчейном. Кроме того, блокчейн дает возможность перемещать NFT между разными экосистемами, например, отправить другу подарить или себе на другой кошелек, но в рамках одного блокчейна, как правило. Короче говоря, NFT это по сути уникальный клочок бумаги с серийным номером, паролем и веб-адресом. На данном изображении представлен топ-10 NFT продаж за 2021 год. Продав одну такую, можно всю жизнь не работать. Так, перейдем к сути. Как создать NFT на криптобирже Gate.io? Создать NFT может любой пользователь, и это не стоит никаких комиссий, в общем, не надо за это платить. Первым делом наводим мышкой на NFT-бокс. Дальше переходим во вкладку «Мои активы», здесь находим кнопку «Create NFT», сразу же выплывает окошечко, в котором говорится, что для начала нужно создать коллекцию. Вводим название коллекции, далее загружаем логотип, а затем выбираем категорию, если это необходимо. Также вы можете заполнить описание, но это не обязательно. В этой строчке нужно вписать процент роялти. Роялти – это когда ваша NFT перепродается другими пользователями, и вы получаете за это процент. Например, если кто-то продал ваш NFT за 100 баксов, то вписав туда единицу, вы получите $1 с этой перепродажи. В строке «Лимит» пользователя жмякаем на кнопку «Нет». Если мы все сделали правильно и по инструкции, то нажимаем «Подтвердить» и «Создать». Я вас поздравляю, коллекция создана. Теперь нажимаем на вкладку «Create NFT», вписываем название работы, загружаем какую-нибудь картинку, для примера возьму логотип своего канала. Далее можно ввести описание работы, опять же по желанию. Если NFT хотим продать, то ничего не вписываем в раздел «Разблокированный». Копирайт уже вписан. За создание нескольких копий уже будем брать комиссию, но за одну копию комиссии нет. Роялти выставлен 1%. И нажимаем на кнопку «Следующий». Здесь ставим галочку и нажимаем «Confirm». Затем нажимаем «Отчеканить». Я так понимаю, это типа «Создать NFT». Вводим пароль фонда. Кстати, если вы забыли свой пароль, то в моем прошлом видео есть информация, как его восстановить. И нам пишет, что в течение 5-10 минут NFT будет создано. Через 10 минут переходим в «Мои активы», выбираем созданный NFT и нажимаем кнопку «Продать». Так, здесь есть возможность как поставить фиксируемую цену, так и выставить NFT на аукцион. Вписываем начальную цену аукциона, скажем, аукцион будет длиться 24 часа. Маржа означает, что у покупателя должно быть минимум 5 USDT на балансе. Начальная цена же означает, что NFT не будет продано, пока цена не дойдет до $10. Увеличение – это минимальный шаг следующей ставки торгов. В период задержки я выбрал кнопку «Без задержки». Хоть вы можете выбрать левую кнопку. И нажимаем на красную кнопку. Мой NFT навряд ли кто-то купит, я его выставил для примера, как создателя NFT. А что же делать, чтобы у вас продали NFT? Первое, сделать что-то гениальное, прямо такую картину, ну, на которую все будут смотреть и говорить, да, вот это никогда я не видел в искусстве, это просто прорыв. Второе, это быть известным, а лучше все вместе. В общем, если вы умеете рисовать, то вы можете спокойно выкладывать свои NFT на продажу. Тем более, это можно сделать бесплатно. В общем, переходите по ссылочкам в описании, там, в Telegram, зарегистрируйтесь на бирже Gate.io, по ссылочке получите 20% скидку на все комиссии. В общем, всем удачи и будьте аккуратны, все перепроверяйте.